Здравствуйте, меня зовут Олег Титов, я шеф-повар. Сегодня мы будем готовить утку конфи. Используем для этого кухонные аксессуары Faberlic. Нагреем сковороду с оливковым маслом и обжарим чеснок с тимьяном. Затем в этом масле обжарим утиные ножки до румяной корочки. Для этого удобно использовать щипцы Faberlic с силиконовыми наконечниками. Они не скользят и выдерживают высокую температуру масла. В форму для запекания кладем немного цедры апельсина и перекладываем все содержимое сковороды, заливаем оливковым маслом так, чтобы оно полностью закрывало мясо. Добавляем оставшийся чеснок, корицу, кардамон, соль и накрываем фольгой. Отправляем все в духовку. Моем и отвариваем картофель для гарнира. Утка конфи готова и остыла. Сейчас мы ее разрезаем, удаляем остатки масла и выкладываем на тарелку. Сервируем блюдо отварным бэби-картофелем и веточками красной смородины. Приятного аппетита!